Для настройки виртуальной АТС зайдите в личный кабинет. Найдите домен «Виртуальная АТС» и нажмите «Управление услугой». Для переадресации всех входящих звонков на внешний номер необходимо добавить внешний номер сотруднику. Выбираем сотрудника. Нажимаем «Номер». Вводим внешний номер телефона, например, мобильный. Если мы хотим видеть номер звонящего, то ставим галочку и нажимаем кнопку «Сохранить номер», а затем «Сохранить». Добавляем в схему функционал «Звонок на номер». Нажимаем «Выбрать номер». Выбираем менеджера и внешний номер, на который будет переадресован входящий вызов. Нажимаем «Применить». Устанавливаем значение «Время ожидания» в секундах, после которого будет включаться голосовая почта. И нажимаем «Сохранить». Добавляем в сценарий голосовую почту. Выбираем сотрудника, которому будет отправляться голосовая почта. Нажимаем «Применить» и «Сохранить». Сценарий готов. Очень важно не забыть сохранить настройки, нажав на кнопку «Сохранить сценарий». Виртуальная АТС готова к использованию. Если у вас возникли вопросы, обращайтесь в техническую поддержку.